Вот я как-то рассказывал в одном из видео, что у нас дикий гусь остался с весны, с нашим летом. Я думал, осенью улетит, а он не захотел. Еще вот осенью еще кавалер к ней присоединился, он тоже. Остаются, решили на зимовку оставаться. Ну, проблема, чтобы сохранить, они же летают. Я те года вот несколько раз оставались гуси. Вон там у нас сарайчик за озером находится. И там гусь у нас зимует. Вот общими усилиями мы как-то зимой их загоняли, потом они привыкли. Они же летают, не дают, как бы, чтобы заходить не даются. Ну, потом постепенно. Лед когда покрывает, а сейчас вот проблема, в прошлом году у нас лиса съела гуся, не успели мы закрыть, потому что сейчас лис много стало. Льдом как только покрывается озеро, там-то у нас как остров, лисы туда не могут залезть по воде, они не любят плавать. Вот. А как только льдом покрывается, они сразу на остров. И вот в прошлом году я не смог закрыть гуся дикого, он остался около вот домика. Так-то улетал и съели лисы. И в этом году вот не знаю, как что делать с ними. Может, кто посоветует. Жалко гусей. Доверились.